Подобная проверка была проведена и в Анапе отделом надзорной деятельности 11-го отряда Федеральной пожарной службы. Обследовали социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ника и школу-интернат номер 28 в хуторе Суворово-Черкесский. Там проверили противопожарное водоснабжение, отработали навыки и пути эвакуации, провели инструктаж с персоналом на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Теоретические знания закрепили на практике в ходе небольших учений. Результаты проверки показали удовлетворительное противопожарное состояние обследуемых объектов и соблюдение норм пожарной безопасности.